В Струковском саду звучат мелодии Луи Армстронга, Джона Колтрейна, Билла Эванса, величайших представителей мировой джазовой культуры. Американскую классику исполняет самарский коллектив «Джаз Вояж», которому уже более 17 лет. Ежегодно в Самарской филармонии проходит выступление квартета с сольной джазовой программы в различных стилях – фанк, латино, свинг. По словам руководителя коллектива «Самарские поклонники джаза», слушатели среднего возраста. В Струковском парке выступаем практически каждую субботу. Сегодня в программе будут джазовые стандарты американские, то есть чисто джазовые программы. А иногда мы привозим певицу, и она поет советские песни, ну, с элементами импровизации, джазовой аранжировки. Инструментальный квартет не первый раз принимает участие в культурных событиях города. Например, он был участником джазового фестиваля «Волга Open Jazz» и регулярно радует самарцев романтичными летними выступлениями на набережной. Наше поколение с удовольствием прибегают, ну, как-то там, может быть, не в такт, но все равно вспоминают, какие-то ножками что-то подвигают. Нет, тут джаз мы относимся очень хорошо. Мне вообще нравится больше классический джаз, более такой ранний, 50-х, 60-х годов. Как вы считаете, Самара культурный город? Ну, конечно, культурный. Мы вот на параде духовых оркестров были, но это еще был праздник набережных. С пригорода приезжаем сюда, постоянно смотрим. Вечерние концерты в исполнении джаз-вояжа будут звучать в парках Самары до конца лета. Ближайший пройдет 27 июня в 6 часов вечера в Струковском саду. Джазовые вечера проходят при поддержке проекта «Культурное сердце России». Этим летом запланировано более 300 концертов. Уточнить их время и место можно на новостном портале «Без формата». Елена Чернявская, Валерия Куценко, Василий Колдашов. События.